Этот человек все время что-то писал. Он дал себе обязательство каждый день жизни писать по 5 страниц текста. Если не успевал сегодня, то на следующий день писал 10. Газетные заметки, критические статьи, пьесы, политические памфлеты, романы. Но последний текст был самым неожиданным. В своем завещании Бернард Шоу попросил не ставить на его могиле крест или какой-нибудь другой символ пытки или казни. Он предложил поступить совсем неожиданно, точно так же, как прожил свою жизнь. Что происходит? С вами ничего не происходит. Я вам выиграла ваши пари, да? Ну и прекрасно. А до меня вам никакого дела нет. Вы не выиграли пари. Вы? Пигалица несчастная. Да я сам его выиграл. Оказывается, это существо все-таки нервничает. Убью! Вы что, не позволяете? Как вы смеете распускаться передо мною? Сядьте и молчите. У англичан есть такое выражение – опрокинуть тележку с яблоками. То есть переменить все планы, спутать карты, поставить все с ног на голову. Бернард Шоу был тем человеком, который на протяжении всей своей жизни опрокидывал тележки с яблоками. И чтобы рассказать о нем сегодня, мы попробуем использовать тот же его любимый метод – и тоже перевернем пару тележек с яблоками. Гарден, 11:15 вечера, лето, проливной дождь, со всех сторон отчаянные гудки автомобилей, прохожие бегут к рынку и церкви Святого Павла, под портиком которого уже укрылось несколько человек. Так, на первый взгляд, весьма обыкновенно начиналась пьеса «Пигмалион». Словом, начало не предвещало ничего неожиданного. А вот дальше пьеса перевернула все представления добропорядочных англичан о добре и зле, любви и нелюбви между мужчиной и женщиной. И вообще перевернула много других привычных понятий и представлений о жизни. А начиналось все почти 6 десятилетий назад. Акт 1. Дублин, 1856 год. Действующие лица. Люсинда, будущая мать Бернарда. Ее жених Джордж Карл Шоу, будущий отец и уже сейчас обыкновенный пьяница и неудачник. Они поженились и совершенно непонятно зачем. Так или иначе, но они разыграли обычную семейную драму, о которой Шоу до конца жизни вспоминал с содроганием. Бедность, безразличие, жестокость родителей воспитывали маленького Бернарда главным образом под затыльниками. Проклятое детство, наполненное мечтами, но в действительности страшное и лишенное любви. Меня воспитали довольно неприятным зверенышем, застенчивым и трусливым до неправдоподобия. И когда из прошлого встают призраки моих родителей, мне хочется загнать их обратно к кочергой. Свою первую тележку с пуританской моралью он опрокинул в 15 лет. Шоу бросил школу и пошел работать обыкновенным клерком. Он собирал квартплату, вел книги учета весьма разборчивым почерком. Кстати, это сослужило Шоу хорошую службу впоследствии, когда он стал профессиональным писателем. Наборщики горе не знали с его рукописями.
Бернард, вы делаете солидные успехи. Босс вами доволен. К Рождеству вас ждет повышение по службе и приличный оклад. Жалование увеличили до 48 фунтов в год. На эти деньги вполне можно было жить и даже покупать книги, ходить в музеи, театры. Именно тогда появляется в печати первый текст шоу. Критика выступлений евангелических проповедников. В Бернарде просыпается еретик. Человек, опрокидывающий тележки. Неважно с чем, главное – опрокидывающий. К 20 годам Шоу принимает решение уехать из Дублина. Другой город, другую страну, подальше от родителей, без радостного детства, мизерных прибавок к жалованию. Оставляя Дублин, я не оставлял там никого, кто не вызывал бы у меня отвращения. По сей день я не могу испытывать нежность к неудачам, нищете, безвестности и презрению. А ведь именно этим отвечал Дублин на непомерность моих бессознательных притязаний. Англия захватила Ирландию. Что оставалось мне? Покорить Англию. Акт 2. Англия. 1876 год. Действующие лица. Бернард Шоу. Очень амбициозный молодой человек. Лондон. Город, который и не таких проглотил. Бывший клерк и будущий покоритель Старого Света сошел с поезда с одним саквояжем, нанял кэб и отправился на поиски жилья. Шоу впервые выехал за пределы Ирландии. Он с трудом понимал речь извозчика, который изъяснялся на жаргоне предместий. Но названия улиц были хорошо знакомы по романам любимого Диккенса. Шоу твердо решил, что станет великим писателем. Днем он работает в телефонной компании Эдисона, а вечерами и ночами, как одержимый, пишет романы. Но печатать его не торопится. Издательство отвергает его тексты. Но Шоу не может не писать. Он устраивается критиком в музыкальную газету «Хорнет». И пишет, пишет, пишет обо всем, обо всех. Каждый день и каждый выпуск. Эта газета, мистер Шоу, не успевает печатать ваши статьи, хотя это ежедневная газета. Когда вы успеваете все это писать, а у вас остается время для вздохов на скамейке? Нельзя же жить одной работой. Шоу именно так же. По-другому у него не получалось. И вскоре его заметили. Стали приглашать на концерты. Но никто не знал, какую рецензию потом он напишет. В основном это были разгромные статьи. Для Шоу не было авторитета. Ему как будто нравилось шокировать аудиторию. Как-то Шоу пришел на очередную премьеру, и соседом по ложе оказался известный врач. Весь концерт он не отрывал глаз от головы музыкального критика, а потом сказал: «Удивительно. Там, где у людей шишка уважения, у вас впадина». Однажды Бернард Шоу остановился на улице, заслушавшись игрой бродячего музыканта. Но когда тот закончил играть и стал обходить публику с протянутой шляпой, Шоу не дал денег. Он улыбнулся музыканту и сказал: «Пресса». Акт 3. Читальный зал Британского музея. 1884 год. Действующие лица те же, но к ним присоединяется Карл Маркс. Ни больше, ни меньше. Вначале Шоу заходит в музей погреться. Но заинтересованный толщиной капитала прочитывает эту книгу за несколько дней и выходит из библиотеки уже совершенно другим человеком. Он становится социалистом в самом лучшем и в самом худшем смысле этого слова, то есть одержимым и несгибаемым. 16 мая 1884 года Шоу посещает собрание Фабианского общества и, покоренный его идеями, присоединяется к мечтательной интеллигенции Лондона. Фабианцы ставили перед собой весьма туманные цели – перестроить общество в соответствии с наивысшими моральными принципами. Шоу обожал неспровергать, и тут его таланты оказались как нельзя кстати.
Излюбленным местом политической борьбы для него становится Гайд-парк. Одну из моих лучших речей я произнес под проливным дождем в Гайд-парке перед 6 полицейскими, посланными наблюдать за мной. Я решил во что бы то ни стало заинтересовать стражей порядка, хотя слушали они меня лишь по долгу службы. Обычно, как только они убеждались, что оратор безвреден, они тут же забывали о нем. Я же развлекал их больше часа. Шоу стал настолько известен как оратор, что ему не приходилось искать, где бы выступить. Искать стали меня, вспоминает он. Остроумный рыжебородый ирландец умел увлечь толпу. Самая длинная его речь длилась 4 часа. Но при этом еще нужно было сходить на концерт, написать разгромную рецензию, подготовиться к дебатам в фабианском обществе и уже поздним вечером без устали конспектировать тексты любимого автора. Мистер Шоу, вы, наверное, единственный читатель этой библиотеки, который с таким пристрастием прочитал Карла Маркса. «Капитал» — это очень интересная книга. Наверное, что-то про любовь, но это все так предсказуемо. Все, кроме непредсказуемых поступков Шоу. Он вдруг покончил с музыкальной критикой и занялся совсем иным литературным трудом. Акт 4. Театр Royal Court. 1885 год. Действующие лица. Сцена, актеры и автор. Друг Шоу Уильям Арчер предложил написать ему диалоги для пьесы, которые никак не получаются. За ночь он пишет недостающие диалоги и утром, перечитывая их, понимает: он величайший драматург современности. Пьесу поставили, и она с треском провалилась. Спектакль освистали, и когда актеры вместе с автором вышли на поклоны, из зала кто-то выкрикнул: «Идиот!» «Совершенно с вами согласен», — ответил ему Шоу. «Но что мы можем сделать вдвоем против этой толпы?» Шоу обожал скандалы. Он считал, что живая неудача лучше мертвого шедевра. Провал не расстроил его. Наоборот, придал ему силы. Рыжебородый ирландец превратил себя в фабрику по написанию пьес. Но их отклоняет театр, запрещает цензура. Критики вообще не считают его писанину драматургии. Позже Шоу издал эти тексты под общим названием «Неприятная пьеса». Но потом начались приятные. После драмы «Ученик дьявола» отовсюду посыпались предложения. Он чувствовал себя человеком, которого должны слушать. А ему было что сказать. Научиться жизни – это значит испытать целый ряд унижений. Все равно, как обучаться катанию на коньках. Единственный выход – смеяться над собой вместе с зеваками. А моя жизнь так сложилась, что со мной не случалось никаких событий. Наоборот, я сам становился событием. Шоу пишет пьесы, рецензии, продолжает выступать как уличный оратор, пропагандируя социалистические идеи. Работает в муниципальном совете округа, где живет. Такие перегрузки привели к резкому ухудшению здоровья. В довершение ко всему, он ломает ногу и целый год передвигается на костылях. Мистер Шоу, вы хромаете? У вас костыли? Мне кажется, вы сами себе придумали такую мизансцену. Вот если бы у вас была загипсована рука, и вы ничего в ближайшие 2 часа не смогли бы написать. Вот так бы у вас получилось? Девушку звали Шарлотта Пейн Таунзенд. Она ухаживала за больным Шоу, а потом между ними вспыхнуло чувство, и сиделка превратилась в невесту. Брак этот был очень странным. Они договорились, что между ними не будет супружеской близости. Почему? Наверное, только они могли бы ответить на этот вопрос. Хотя к своему знакомству с Шарлоттой будущий жених относился, как всегда, парадоксально. Мы воображаем, что девушка должна неподвижно ждать, пока ей не сделают предложение. Действительно, она часто ждет неподвижно. Подобно тому, как паук ждет муху. Но он тайно плетет свою паутину и ждет. Очень терпеливо ждет, когда, наконец-то, муха окончательно запутается и окажется в его липких объятиях. Просто, знаете, идите лягте спать,
к утру все пройдет. Поплачьте, прочитайте молитву, и вам сразу станет легче. Спасибо. Вашу молитву я слышала. Слава Богу, что все уже кончилось. У моей жены был восхитительный медовый месяц, писал Шоу в своем дневнике. Сперва ей пришлось нянчиться с моей правой ногой, а позавчера, когда я только пошел на поправку, я упал и сломал левую руку. Что и говорить, семейная жизнь Шоу получилась насыщенной. Какие уж тут объятия, какие поцелуи. Ко времени женитьбы уже две пьесы «Ученик дьявола» и «Человек и оружие» не сходят со сцены. Через год доход Шоу увеличивается в десятки раз. Но деньги по-прежнему не интересуют Бернарда. В 1913-м на сцене появляется пьеса «Пигмалион». В 1923-м «Святая Иоанна». Ее ждал большой успех, особенно в католических странах. На предложение благодарных зрителей принять католичество Шоу ответил, что, к сожалению, в лоне римско-католической церкви для двух пап места не найдется, а он свое уступать не намерен. В 1925 году Шоу получает Нобелевскую премию. По его словам, наверное, в знак благодарности за то чувство облегчения, которое испытал мир в этом году, когда я ничего не напечатал. От премии он отказался. Эти деньги – спасательный круг, бросаемый пловцу, который уже достиг берега и находится в безопасности. Но фабрика пьес продолжает работать днем и ночью. Я никогда не выпускаю пьесу из рук, пока она не станет хороша. Однако единственной благодарностью, которой мне платят люди за то, что я не морю их скукой, являются 3 часа веселого смеха, которые стоили мне месяцев тяжкого труда. Я являю собой прискорбный пример того, что запойный труженик ничем не лучше, чем запойный пьяница. Я ничего на свете так не боюсь, как выходных дней. Акт 5. СССР. 1931 год. Действующие лица. Все образованные женщины Англии и товарищ Сталин. Достигнув большого успеха на поприще драматургии, Шоу берется за написание серьезной политической работы под названием «Справочник по социализму и капитализму для образованной женщины». Коммунизм, утверждал в книге, вовсе не является ужасным русским изобретением. Коммунизм является вполне благопристойным и уважаемым способом распределения доходов. Но Англия любила пьесы Шоу, а его политические воззрения мало кого интересовали. Я прочла вашу книгу «Справочник по социализму и капитализму для образованной женщины». Если честно, я ничего не поняла. Скажите, а у вас случайно нет книги про самые модные выкройки? Чтобы вот здесь было вот так приталено. Мистер Шоу, куда же вы? Шоу был одним из первых европейцев, который приветствовал русскую революцию. Он очень хотел побывать в России, и хотя он не любил путешествия, а не отрывали от работы, Шоу все-таки устроил Шоу. 21 июля 1931 года на белорусском вокзале его приветствовала огромная толпа. Там были оркестр, флаги, почетный караул и депутация советских писателей. Воистину, меня принимали так, как будто я был сам Карл Маркс. Он празднует в Москве свое 75-летие. И в его честь устраивается торжественный прием. С докладом о творчестве товарища Шоу выступает нарком Луначарский, с ответным словом сам юбиляр. Я очень много знаю о России, ведь я был социалистом еще до того, как родился Ленин. Но я как Ленин. Я революционер. Я, наверное, родился революционером. И был, и буду другом Советского Союза до самой смерти. И когда я вернусь в Англию, и меня спросят, видел ли я советские ужасы, я отвечу, видел. И они мне ужасно понравились. Шоу приглашают в Кремль. Он встречается со Сталиным. Впечатление друг от друга самое приятное. Они говорят о политике, театре. Все, что тогда происходило в Москве, остается для биографов Шоу большой загадкой.
Так ли все было на самом деле? Сколь искренен был английский гость? Может, за 9 дней пребывания в России он вообще ничего не понял? Или же все было как было, и Шоу наконец увидел то, о чем мечтал всю жизнь? Пусть по-русски, но социализм. Мы не вправе его винить и упрекать, но Англия встретила Шоу с плохо скрываемым удивлением. Мне совсем непонятно, зачем вы посетили эту страну? Там же большевики ездят на медведях. Мистер Шоу, вы меня пугаете. Там же любят только одного человека. Но так не бывает. Однако Великобритания слишком любила Шоу и не могла долго сердиться на него. Шоу стал чем-то вроде национальной достопримечательности, наподобие Тауэра или Британского музея. Он продолжает писать пьесы, злободневную публицистику. У него всегда наготове что-нибудь остроумное. Акт 6 и последний. Лондон, 1943 год. Действующие лица незаметно уходят со сцены. После тяжелой болезни умирает жена Шарлотта, вечная сиделка и любовь. В колонке частных объявлений в Таймсе появляется следующее уведомление. Мистер Бернард Шоу получил такое огромное количество писем по случаю смерти его жены, что всякая попытка ответить на них оказалась бы свыше его сил. И он заверяет всех, что теперь в совершенной безмятежности будет ожидать своей очереди. Только Шоу мог позволить себе так шутить. Или это была горькая правда? Вы теперь свободны. И можете делать, что хотите. Почему вы меня приспособили? Что мне делать? Куда мне идти? Так вот, что вас беспокоит. Я бы на вашем месте не особо задумывался по этому поводу. Я уверен, вы тем или иным способом сможете устроить свою... Через 3 года Шоу отмечает свое 90-летие. Он почти здоров и есть еще много тележек с яблоками. Теперь это уже не пьесы. У Шоу появился вкус к выступлениям по радио. Здравствуйте. Откуда вы взялись и что вы собираетесь услышать? Старика, который был некогда великим драматургом и говорил обо всем на свете? Что ж, посмотрите, а вернее прислушайтесь к нему. Не так уж и много от меня осталось. Скажу вам, что к 90 годам мне довелось узнать безвестность и неудачи, горечь утрат и нищету. Теперь же я достиг успеха и славы, и многие из вас полагают, что это отличная штука. Но уверяю вас, вы ошибаетесь. Весь мир празднует юбилей Шоу. Почтальоны сгибаются от мешков с письмами, корреспонденты всех газет днем и ночью дежурят у ворот. Шоу становится заложником своей славы и возраста. Но он продолжает писать. И всем говорит, что ирландский древний скелет не готов сегодня в день рождения отвечать на чужие вопросы. У него поднакопило своих. Мистер Шоу, поздравляю вас с днем рождения. А вы все работаете, даже в такой день. Может, сегодня отдохнуть, подумать о будущем, вспомнить прошлое? Вспоминать прошлое, а тем более писать мемуары, не советую никому. Помните, что правда никогда не годится для опубликования. Эти слова Шоу написал за год до смерти. А эпитафию, которую он сам себе придумал, так и не решились высечь в граните. Слишком смешно. Да и случилось все по-другому. В Англии есть традиция хоронить великих в Вестминстерском аббатстве. Здесь лежит великий ирландец, в одиночку победивший Англию. Такую эпитафию предложил Шоу самому себе и тут же с грохотом опрокинул свою последнюю тележку. Завещал смешать свой пепел с пеплом жены и развеять все это по саду. Могилы великого драматурга не существует,
но осталось то, что Шоу называл черными буквами на белой бумаге, которая почему-то заставляет смеяться или плакать. Goodbye, 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 all of you.